В прошлом году на заседании правительства был рассмотрен вопрос реализации национального проекта «Комфортная школа». В связи с этим на сферу образования ложится большая нагрузка и ответственность. В рамках данного проекта в Жамбылской области планируется строительство 13 подобных комфортабельных школ. Жамбылская область в рамках данного национального проекта разработала свой план на 2023-2025 годы. Всего в области функционирует 485 образовательных учреждений. Из них 445 – это дневные общеобразовательные школы, а также вечерние, частные, коррекционные школы-интернаты. В этих учебных заведениях обучаются 245 тысяч учащихся. В настоящее время ведется работа по улучшению материально-технической базы школ. Всего в этом году в области зарегистрировано 4 трехсменных школы, 3 аварийные школы, 2 школы с дефицитом ученических мест. В целях решения этих вопросов в регионе строятся новые здания. Уже в этом году у нас в области будет построено 27 объектов образования, введено в эксплуатацию 10 школ. А в решении проблем средних учебных заведений у нас идет поэтапная работа. Сейчас в регионе рассматриваются вопросы 4 трехсменных школ. Они расположены в Меркинском, Курдайском районах и городе Таразе. В частности, вопрос в Меркинском районе будет решен путем добавления дополнительных зданий к 2 образовательным объектам. Остальные 2 школы будут построены в рамках национального проекта «Комфортная школа». В соответствии с поручением главы государства в национальном проекте «Комфортная школа» ведется работа по решению вышеперечисленных проблем наших школ. По данному проекту в нашей области планируется построить 13 комфортных школ. Из них строительство 8 ожидается в этом году. Нацпроект «Комфортная школа» направлен на недопущение дефицита ученических мест, решение проблем аварийных и трехсменных школ. Реализация проекта позволит создать все необходимые условия для хорошего, качественного образования детей. Кулеш Умурзакова, Нурлан Бектурсын, Ербулат Джахаш, 77 News.